Не потому что обязали, а по зову сердца. Студенты, школьники, активисты молодежных общественных организаций, все они пришли отдать дань памяти всем погибшим в боях, замученным в концлагерях и умершим в тылу в годы Великой Отечественной войны. Молодежь составила абсолютное большинство среди тех 15 тысяч горожан, кто вчера пришел на площадь Победы для участия в акции «Свеча памяти». Данное мероприятие, мне кажется, всегда надо проводить, вот, чтобы помнили поколения подрастающие, что отдавали жизни люди, чтобы был мир в будущем, чтобы все жили хорошо, мирно. Действительно, эта победа дала нам жизнь, дала нам такое синее небо над головами. И мы сегодня приходим, собираемся всем городом, чтобы почтить память наших героев, сказать искреннее спасибо нашим победителям за жизнь. Представители старшего поколения удивлялись и радовались большому количеству молодежи. Это значит, что они не забывают. Этот праздник Великой Победы, эта победа 70, досталась нам, старшему поколению, очень нелегко. Но мы, что могли сделать, мы все сделали. Поэтому 70 лет мы живем мирно и спокойной душой. Я очень рад, потому что мой отец был военным офицером. О ратном подвиге наших дедов и прадедов. Свечу. И очень рад, потому что очень много молодежи. Семьи такой, вот это настоящий патриотизм, мне кажется. Потому что молодых солдат, столько молодых, я удивился. Сегодня я очень рад, потому что молодежь ребят, понимает, что сейчас поэтому живут. Очень ребятам доволен. Нельзя. Память погибших почтили минутой молчания и запуском в небо 70 красных воздушных шаров. Они символизировали, что даже спустя 70 лет потомки благодарны тем, кто ценой своей жизни отстоял возможность жизни под мирным небом. Мне кажется порой, что солдаты с кровавым не пришедшие боли, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в дежурные. Они до сей поры с времен тех дай, к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Якутии Александр Соловьев. Сегодняшняя акция показывает, что вам не все равно, какую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне. Глава города Айсен Николаев обратил внимание на количество присутствующих, заполнивших не только площадь, но и прилегающие улицы. Эта традиция уже вошла в жизнь наших горожан. Она стала поистине народной. Только через 2 часа после начала мероприятия поток желающих почтить память кончился и осталась светящаяся надпись «Победа 70». Аял Яковлев, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСЯ.